Всем салам на канале Marvel, и мы продолжаем проходить с вами бункер 2021 вета 14. Какого хера это вета 14? Разве бункера вета были? Разве? Это у нас восьмая часть или девятая часть по прохождению бункера, если что. Пройдя по четверскому ярусу, я наткнулся на энергетическое ядро. В некоторых отчетах было сказано, что система нестабильна. Есть сбои в работе. Судя по характеру текста этой системы и сообщения, найдя рабочий лифт, я отправился на единственное место, где еще не успел побывать. На второй ярус. Однако же, не добравшись до конечной точки, лифт остановился. Твоя мать, что это с лифтом? Мыси. Вот я вылез с лифта. Нихуя не понятно, с чего я вышел, но это вот явно вот это на привлюшку пойдет вот такая картинка. Я ебал нахуй, охуеть просто. Так вот так встанет, да вот так ебануться нахуй. Блять, оказались в каком-то пещере, взрывчатка, нахуя мне не нужна, взрывчатка плюс один. Взрывчатка еще одна, нет, рюкзак заполнен, а зачем мне взрывчатки, кто не знает. Это хранилище, якобы мы сейчас к какому-то боссу, да, пойдем? Да? Мне эти карточки нужны еще или нет, как думаете? Тебя хуй знает. Это что, ну, это типа мне ломать надо, да? А пила есть у меня? Че я тут без ужаса, у меня пила же есть, и так это что? Записка. День 16, аккумулятор исчез, но осталось двое. Света, сидящая за обстановкой снаружи, умерла. Почему именно она? Эмоционально тяжело, не получается сосредоточиться. Я ощущаю, что мой разум немедленно затмевает плена. Мысли путаются. Так, это у нас что-то сейчас про этих демонов, да, пойдет? Или такая пещера пошла уже? Капец, зачем столько зачатков? Так, а зачем эти вообще мне? Зачатки кто-нибудь знает, нет? А я пришел сюда и нихера тут. В смысле, а тут фонарь нужен? Серьезно, блядь, твою мать. Палки нужны? Взрывать. А, взрывчатка. Осторожней. 10 секунд. Нужно спрятаться. Ну, я спрятался, допустим. А куда спрятаться-то мне? Ну, вот взорвалось. Я еще одну взрывчатку взял. Так, там кто-то ходит. Ебать, чучело ходит, нахуй. Ебать, ты опасный чел, блядь. Ебать, ты опасный чел, блядь. Это что, человек, что ли? Или что, зомбированный такой, нахуй? Ёб твою мать, он еще и беспертый, серьезно? Я убил его, нет? Это вообще человек, нет? Ты ёбарь, блядь. Ёб твою мать. Это такой человек, который нахуй не умирает. Вы серьезно, что ли? Ёб твою мать, иди нахуй, блядь. Охуеть, долбоёб, а. Охуеть. Так, и куда же мне идти, ёб твою мать? Тут какой-то нахуй бессмертный человечек, блядь. Ёб твою мать, я ебал его. В рот, сука, блядь. Ебануться, какой он же бессмертный, нахуй. Ломай скорее, нахуй. Быстрее, 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 быстрее. Так, шахта мне нужна, да? Шахта, блядь, нужна, нахуй, мне. Взорвать, нахуй. Использует 10 секунд, чтобы отсюда уйти. Ёб твою мать, тебе еще нужно время, да, чтобы отсюда уйти. Блять, сука, иди нахуй. Блять. Пошел ты нахуй, пес. Фух, сука. Так, надеюсь, я правильно иду. Так, объединить, блять. У нас сейчас такая паника начнется, блять, с этим монстром. Блять, он быстрее начал ходить. Вы серьезно, нахуй? Ебанулся, блять. Нихуя, как он быстро ходит. Так, день 28. Сильно болит живот. На руках появилось странное наросты. Это дерево. Голова болит. Перестал. Ну, начали выпадать зубы. Я не расстраиваюсь. Есть все равно ничего. Мой товарищ лежит неподвижно уже пару суток. Как его звали? Это уже не важно. Хочу есть. Ёбаный брод. Бачок. Быстро убирайся. Ёб твою мать. Блять, это подстава. Ну все, взорвать не смогу. Ёб твою мать, иди нахуй. Иди нахуй, чел. Блять, обратно путь, надо узнать, куда идти. Мерчатка. Должен его здесь обмануть. Мне должны тут обманутые системы. Мне должны тут обманутые быть системы. Я должен как-то его обмануть. Серьезно, я должен как-то его обмануть. Собрать свободный ячеек 0, блять, ты охуел нахер. Тут у нас уже больше не будет этих. К-
как там не будет всяких там хуетень, блядь, выложить диск, тоже выложи нахуй, блядь, он нахуй тебе нужен, блядь, эти диски. Так, аптечку забираем, но аптечка нам гораздо важнее, чем эти, блядские там патрончики, блядь, забрать. Вот сейчас у нас свет будет кончаться, это вообще охуенно как будет, блядь. Он идет сюда? Вот он идет сюда, ага. В смысле? Короче, мы продолжаем проходить и убегать от этого монстра ебаного. Я не знаю, куда бежать, мне вообще нахуй, блядь. Книга зачем? Книгу могу взять? Книгу я не могу взять. Да пошел ты нахуй, все сранить ебаный. Так, надеюсь, я правильно пути иду. Да, правильно пути иду. Так, взрывчатка нахуй. Использовать нахуй. Давайте теперь распилить его смогу, нет? Надо остановить его. Ах ты, сука. Блядь, надо отойти нахуй как-то. Уходим. Так, аптечка, жри. Жри нахуй, жри всякую хуйню, жри, блядь. Жри быстрее, так, это сюда нахуй, это сюда. Ёб твою мать, взрывчатка нужна, ёбаный брод, а взрывчатки-то у меня нет нахуй. Ёб твою мать, а взрывчатку-то как мне, взорвать. А взорвать-то я не знаю чем. Блядь, а. Давайте бензопилу использовать. На, сука, ёб. Как его убить-то? Блять, я тоже восстановился, серьезно, нахуй. Так, что тут у нас? Это что нахуй такое? Здесь что? Патрончики, тут же записка читать. О, я раскопал тело света и вкусное потухшее мясо. Из ничего не проросло, просто лежит удивительно. Я прорыл выходы воздуха. Нужен чистый воздух, вентиляция лифта отлично подходит. Чего, блять? Ёб твою мать, сейчас он опять меня тут нахуй запарёт, да? Шапка, блядь, и мне взрывчатка нужна, нахуй. Ёб твою мать. Блядь, мне взрывчатка нужна, ёбаный брат. А где взрывчатка-то быть, ну, знает? Взрывчатку, я здесь был, блядь, твою мать, сука. Тот чмо, я здесь был? Пизда нахуй руля, блядь, объединить с батарейкой. Батарейка есть, всегда найдется. Так, тут тупик, блядь. Иди нахуй, чмо, блядь, иди нахуй, куда идти-то? Я заблудился, нахуй, пиздец. Я заблудился, ёбаный брод, ёб твою мать, где взрывчатка? Блядь, сука, нам аптечку надо будет использовать. Объединить, быстро, прям бежим от него. У него сколько осталось-то там? Блядь, у него даже жизни, хп даже не осталось, чем он такой, блядь, блатной, нахуй? Давайте мы его затупили пока что. Пока что мы его затупили. Так, мы отсюда пришли. Хорошо, вот, допустим, мы отсюда тоже пришли. Так, взрывчатки, где последние? Взрывчатки нам нужны, последние взрывчатки. Блять, ебануться нахуй, вы чё ебать? Так, тут взрывчатки есть, тут взрывчаток нет, вы серьезно? Вы чё ебанулись что ли? Откуда-то мне взрывчатки тогда уже взять? Вы чё нахуй, я ебланый, блять? И как я взрывчатку-то возьму? Откуда мне взрывчатку-то брать еще одну? Вы чё нахуй? Блять, охуенно просто. А вот взрывчатка, ёб твою мать. Ёбаный в рот. Сейчас задержим его, давайте, пацаны. Блять, сука, охуеть. Сейчас мы его задержим, этого тупого тупицу, блять. Сука, блять, бессмертный колотел, нахуй, блять. Охуенно просто. Вот это я понимаю, так уж и понимаю. Так, это сюда? Нет, не сюда. Так, нахуй, бля, мразь, долбоёб конченый. Оп, твою мать, это тоже не сюда, да? Шапка подобрана. Заебись, блядь, идет мразь, а? Мразь, так и мразь, а? Так, давайте на него постреляем, так уж и быть. Давайте задержим его. Идемте, бежим отсюда, от этого мрази ебаного, блядь. Мразь, колодец, беги, блядь, нахуй, залезай туда, ёб твою мать. Отправившись на второй ярус, лифт внезапно остановился. Скорее всего, не система изначально была повреждена. Так как, открыв дверь, я вошел в земельные тоннели. Судя по обрывкам записи, несколько сотрудников накрылись там.
Однако все они погибли, кроме одного, который мутировал во что-то непонятное. Он мог распылять огонь, чем едва меня не прикончил. Пройдя через коридоры, я выбрался на шахту лифта и поднялся на второй ярус. Впереди меня ждали, возможно, ответы, но сперва нужно отдохнуть. А я все диски там оставил. Ну, своим, это как-то там этим... В люк, можно в люк полезть, вот, серьезно, нет люка, не хочу есть. Хранилище. Вот хранилище, теперь можно забрать эти диски и почитать, что написано в этих дисках. Блять, сколько шляпов я нашел? Нахера шапков я нашел, не знаю, зачем они мне все. Но похер. Так, записка. Записка что? Удивительно, что мы пару дней назад собирались прикрывать шахту. Сегодня ребята передали нам привязи в воду, потянули кабели и настроили передачу. Дверь с этой стороны закрыта, чтобы никто не ворвался. Надеюсь, мы исправим. Ага, коридор использовать. Так, давайте используем диск, почитаем, что там написано. Так, ты снова молодец, позади две головы, так держать. Да? Ну ладно, я красавчик, значит. Это что у нас за диск? Давайте посмотрим. Так, гибридация нервной системы на основе... Ой, блядь, мы же это читали, ну вы чё, сука. Ну вы чё, сука, зачем мне это все нахуй сдалось-то? Так вот, все, вот это я диски оставляю здесь, они больше мне нахуй не нужны, да? Да, но один диск у меня остался. Один диск остался. Не, они загружаются в компьютер. Потому что можно вот это забрать диск. Не знаю, зачем его не применял, но похер. Так, мне фонарь нужен, так, все на месте. Давайте идти, двигать дальше. Ярус второй. Так, вот это ярус второй. О, ярус второй. А, в смысле, ярус второй. А мне нужен А4, да? Ш4, ну ладно. Так, игра сохранена. Мне нужно быть осторожным. Давай, будем осторожны. Патроны. Опять эти бессмертники, да? А я же там оставил, да? И обратно не пойду. Сука. Хорошо, что он здесь теперь стоит. Ёб твою мать, а то я забыл с собой отвертку взять. Что же, последнее место, где могут быть люди. Но я уже не верю. Ну давай, посмотрим. Так, слава богу, что это обычные эти... Блять, сука, заебал нахуй. Заебали уже псы, блять, нападают просто. Просто херачит просто попусто нахуй. И все, ты умираешь. Так, заряжаем свою пушечку и близко их не подпускаем, как можно подальше от них держимся. Так что они нас хватают и пытаются нас как-то изнасиловать. Они вообще тупые мрази. Так, что тут у нас еще? Лифт, блоки. Блоки, нам нужно активировать все блоки. Инструкция. По снабжению безопасности основной лифт может быть открыт только во время активации всех защитных блоков. При этом запуске должно находиться не менее 8 сотрудников с допуском 4, да? Ну ладно, так, выбер, открыл. Лифт не открывается. Компьютер. Блять, сука. Иди нахуй. Давайте используем. Посмотрим, что здесь написано у нас. Так, мы приняли решение прятаться. Многие остаются в ярусах. Мы уже не ходим в шахты. Сегодня было обсуждение, где лучше оставаться, на ярусах или под землей. На текущий момент строительных тоннелей достаточно, где много запрограммироваться и ждать помощи. Света держать связь с узлом, отправлять радиосигнал. Мы занимаемся изучением происходящего. Пока у нас есть оборудование, будем работать, как только появится угроза жизни. Запремся в тоннелях, нужно перетащить туда как можно больше припасов и воды. Поставить аккумуляторы, нам обязательно нужно выжить. Пан Левитов, Петр Макаров, Светлана Махалов. Махалов. Ну ладно, Махалов. Так. А вот и пистолет. Человек. Пистолет, я думаю, что намного лучше, да? Ух, нихуя, у него другие патроны. Пистолет. Так, подробнее. Он хотел сбежать, либо изуродован, не могу разлить черт. Спорим, что он поднимется, я спорю. Ебать пистолет. Так, следим, что здесь делать. Жуткое место, похоже, тут людей уже нет давно. Так, это живое существо, нет, оба еще один диск. Патроны, блядь. Диск подобрал. Так, а мне бы рюкзак бы еще один. Так, мне еще бы один рюкзак, знаете бы. Так, что тут у нас? Отчет. Собакин, тема. Мутация модифицированных бактерий неинтивидных. На текущий момент 14 цикл исследований подошел к концу. Из наблюдений и за что 116 поколений бактерий, впоследствии полтора года мы выявили следующие комменты.
момента. 116 поколение идеально подходит к нервной системе человека. Полное отсутствие противопоказаний для носителя. Повышение регенероспособности, повышение выносливости, повышение болевых порогов. Серьезным минусом является поэтапное снижение интеллектуальных способностей при внедрении бактерий и подключении внешнего интерфейса. Носитель плавно теряет способность к мыслению уж происходящего. Наблюдается такие симптомы впервые дни. Путанная речь, скованность в движениях, постоянное снижение уровня интеллекта, усиливающая забывчивость, теряется возможность ассоциироваться с людьми и вещами с мыслями, снижение потребностей до базовых. После 7 дней подопытные становятся агрессивными, пытаются любым способом удовлетворить базовые потребности, в первую очередь потребность в пище. Также бактерии стремятся к размножению, так вследствие на теле появляются колючие наростки, выпрыскивающиеся в других организмах. Субстанции с большими конденсационными бактериями. Сами бактерии полностью обеспечивают носителя, чтобы его функция распространения и питание не снижалась. Так как я так понял, что мы то, что были на шахте, мы этого и видели, да, значит? Цитарандин. Исследование комплекс по внедрению клеток АС-2. А где я должен активировать? Патрончики, блядь, для барбаша. Охуенно. Так, пистолетик у меня здесь, значит, так, центр второй. Центр второй, войти. А как мне войти в центр второй? Так, это кто нахуй? Сдохни, мразь. Давайте воспользуемся пока вот этим стволом, не знаю. Пока что он меня больше заинтересован. Так вот, куда вы все из выбрались. Так, это человек, что ли? Он живой? Этот человек живой, нет? Эй! Ёб твою мать. Не считается. С момента изоляции прошло несколько минут. У нас есть немного еды и воды. Снаружи отключили внешнюю вентиляцию. Непонятно, как долго нам будут хватать воздуха. Мы не можем выбраться. Лифты не работают. Шахты заблокированы. Сегодня закончились запасы еды. Воды пока есть. Бактерии распространились на весь ярус. Нам осталось двое. Вести от начальства нет. Связь перестала работать. Почти сразу чистки не происходит. Это тревожный знак. Боюсь, что бункер эвакуировали без нас. Я не чувствую ног, слабость отдавливает. Не знаю, жив ли Егор, постоянно слышу какой-то шум в ушах, сердцебиение. Я слышу выстрел, жаль, что у нас один пистолет, мне бы тоже не помешал бы. А ты живой, нет? Шляпа зачем? Ого, 10 шляп. Ого, 10 шляп. Нахуя они мне нужны, не знаю. Так, тубер, еще один тубер активировал, хорошо. Так и все, я тут все активирую, что можно. Так, вот это я здесь все активировал, диски тут не нужны мне, да? Так, это не нужно, да, все. Вот еще один тубер, этот тубер надо все активировать. Тогда вот все активировать, то что тут можно, компьютер. Так, еще одни блоки это надо активировать. Это блок активирован, да? Так, я вот. Опа. Блять, мне нужно, знаете что? Мне нужно кое-что оставить в хранилище. Кое-что надо оставить в хранилище. Давайте выложить это. Выложим и это. И все, да? Спички, нет, спички тоже выложим. Спички мне нахуй не нужны. Вот и все, вроде все нормально. Мне бензопила уже больше не нужна. Бензопила вот, да, вот уже все разрядилось нахуй окончательно. Столько пользуюсь, если она уже пиздец. Это, и уже не работает нахуй на меня. Так что пошло это все нахуй. Тух ты долбоеб. У меня аптечек не хватает, знаете. Вот аптечек где-то быть. Вот это самое пиздецковое, блядь. Вы сейчас будете слушать мое сердцебиение на протяжении 5 минут, даже и больше, наверное. Вот давайте вот как у меня этот... Если у меня будет перезаряживаться дробовик, то я буду сразу же пистолет одевать. Так, вот и все. Теперь давайте мы заряжать свой дробаш. Оба. А я смогу их одновременно объединить? Так, объединить с этим могу. Соединение получится, может, стоит другое сочетание. Да нет, ты че, блядь, а? Вот ты че, нахуй, сука? Такого не может быть, блядь. Так, еще один отрасль, который мне, блядь, тут ебали, нахуй. Дверь. А мне нужно это, да? Это 4, да? Оба. Один ярус активирован. Хорошо. Так, пистолетик давайте использую здесь. Мне нужно как бы от них дальше держаться, потому что патроны мне более важнее. Так, для пистолета вообще куча патронов. Для дробыша уже заканчиваются патроны. Так, это что у нас? Здесь не живое. Живое? Осмотреть. Ты еще что за хрень? Она живет. Сто пудов оживет, ёб твою мать. Она, блядь, такая вообще ебанутая, блядь.
сдохни, мразь, ты тоже сдохни. Блять, пиздец, вас тут так много, ебать, ни одной аптечки нахуй нет. Вообще пиздец, сдохни, мразь. Ну же, сдохни, блять. Эй, ты чё, ну? Вот так вот, нихуёвно, приврюху тоже может пойти нахуй. Охуеть, блять, ебануться, сколько вас тут много. Вообще в охуе, блять. Сколько тут активировать всего чего можно, блять. Так, это тут что у нас? Тут, так, нам нужно найти рычаг и активировать его. Так, тут книги, тут, знаете, самое главное, что, что тут книги можно было почитать. Ну, блядь, чё тут, чё здесь книги забыли в этом зеленоватом местности, я вообще не ебу. Ну, похуй, блядь, нихуя, сколько их тут много. Ебануться, блядь. Так, ещё один, давайте попадём. Попадём. Попали, да. Так, активируем ещё один тупер, да, активировать. Нихуя, тут у нас какие-то, знаете, затяжные местности, знаете, такие, типа, знаете, не затяжные, а закнутые все они такие местечки, блядь. Такое ощущение, как будто тут какое-то сражение отчаянно шло. Блядь, тут затопило все говном, кто-то обосрался тут конкретно. Так, а это откуда? Это никуда не ведет, да? Я так понял, что это никуда не ведет. Так, входа здесь нет, да? Блять, зря я фонарь, конечно, оставил, нахуй, но мне... Ну, мне такое ощущение, что то что-то я здесь еще не активировал. Или я все активировал здесь. Так, вот здесь что? А, вот здесь что? Ох, нихуя, ты что, нахуй? Так, очередной монстр. Интересно, сколько электричества потребляет такой контейнер? На меня он не реагирует. Так, компьютер здесь есть. А, эти могу активировать? Тоже не могу активировать. Ну ладно, похуй. Очередной монстр, блядь. Не знаю, что за монстр, блядь. Ну, блядь, тут вообще не напридумали всяких вещей. Тупых. Так, вот это надо было активировать. Все. Дальше проходов нет, да? Нету, все. Пошлите отсюда нахуй, пока нас тут не сожрали, ё-моё. Уходим отсюда. Блядь, тут еще боты какие-то сдохли. Так, ты не убьешь же меня, нет? Нет, не убьешь, блядь. А было бы ожидаемо, если он убил бы меня. Это вообще пиздец какой же был. Так, уходим. Смотрим, на лифт все активировалось, да, все активировалось, хвати. Вот и все. Отсюда нужно выбираться. Ты живой человек, нет? Или манекен простой? Что за хуйня? Записка. Так, четверг, среда, зачем это? Зачем это мне все? Странно. Это сколько он дней здесь побыл, что ли? Ёб твою мать. Ну ладно, выход. Так, выход. В смысле выход? Лифт, блядь, мне нужен лифт. Уходим отсюда. Смотри, я могу отправиться на первый, четвертый ярус. Мне нужно решить. Второй ярус, конечно же, блядь. Я уже тут. Выберите доступные ярусы из списка. Четвертый ярус. Ладно, давайте мы на этом закончим. Продолжим мы в следующем серии прохождения этой игры. И, короче, я уже не понимаю, в каком ярусе, на каком ярусе мы можем даже находиться. Я ебанулся, сколько в этих ярусах можно уже путешествовать. Но мое сердце бьется, до сих пор и бьется, блядь. Это ебать как напрягает меня уже. Давайте мы на этом уже и закончим. Вот, да, вот такая серия у нас получилась. Монстры у нас тут гораздо опаснее были в начале игры. А вот дальше уже пошла всякая херня, мы просто обстреливались от всех. Вот был бы мне пистолет, дали бы в начале игры, знаете, не в начале, а в начале серии, дали бы мне пистолет, и я бы отстреливался об этого монстра. Не в нужный момент мне дали этот пистолет, вообще охуенно просто. Ну ладно, дорогие, дорогие друзья, давайте мы на этом закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, вступайте в группу ВК, будет в описании, там будут смешные мемы, по регламенту даже арты, так что подписывайтесь.